скажем так, первый шаг сделан, доверие пока не оправдано. Работы еще не завершены, есть проблемы по примыканию, мы смотрели сейчас. Есть уже нарушенный бордюр, там кто-то, видно, ночью наехал и свернул, неокрепший бетон был. Они для себя, во всяком случае, обозначили и не стали перепираться, что-то не их вина, это кто-то наши активные жители на больших грузах кто-то заехал. Сделают, да? Обещали сделать. Владимир Рудольфович, еще один важный момент, это перекресток. Что будет с перекрестком улицы Арбузовой и Карла Маркса? Это обозначил, что там ямочку ремонтную сделаем, а, к сожалению, проект не включили. Это вот издержки того проекта, как мы готовим. А где-то на перспективу он есть, что отремонтируют его капитально в ближайшие годы? Я думаю, что 23-й год однозначно должна Арбузова закончить.